Знаменитая модель и редактор глянцевого журнала Светлана Бондарчук поздравила бывшего бойфренда, фотографа Сергея Табунова, с днем рождения. Знаменитость разместила пост в Инстаграм, показав совместные снимки с 38-летним фотографом. «Мой Сережа, с днем рождения! Сегодня будут танцы», — написала Бондарчук в профиле. На пост отреагировал сам именинник. Табунов оставил множество сердечек в комментариях к посту. Нежные отношения знаменитостей не остались без внимания подписчиков. «Светлана, вы стали совсем другая. Светитесь так похоже. Любовь так и веет с экрана», — написали фолловеры. После расставания с мужем у 50-летней Светланы Бондарчук кипит личная жизнь. Телеведущая сначала встречалась с фотографом Сергеем Табуновым, затем ей приписывали отношения с режиссером Константином Богомоловым. По некоторым данным, сейчас звезда состоит в отношениях с 44-летним директором дизайнерского агентства Сергеем Харченко. При этом Бондарчук по-прежнему общается с Табуновым, вызывая недоумение поклонников. Так, звезда побывала в Париже с обоими мужчинами, о чем рассказала подписчикам своего микроблога. При этом официальных комментариев на эту тему знаменитость не дает, предпочитая хранить свои отношения в тайне от общественности.